Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием The Binding of Isaac Afterbirth. И давайте-ка мы сейчас с вами выберем совершенно случайного персонажа. Ну-ка, кто это будет? Какой персонаж? Ага, понятненько. Ну, то есть, не сказать бы, что такой уж прям легкий персонаж, но и не очень тяжелый. Аккуратно. Ребята, урон вообще, урон отвратительный, да. Это сразу же становится понятно. Ну, хотя бы мы тут чистенько так... Ой, справились. Конечно, совершенно бестолковая зубастая комната, но зато мы получили прибавку к урону. Причем солидную. Это прекрасно. Это просто великолепно. Конечно, в идеале сейчас надо набирать синие сердца. Все. И уже с синими сердцами вот так выходить в таком состоянии. Какой-то подлючий этаж. Вообще дико-дико неприятный. Так, может быть, из какашки. О, замечательно. Подстраховочку такую лайтовую мы взяли. Теперь нам сердца красные лучше не брать. Нафиг. Потому что иначе мы потеряем этот урон. Придется заново его фармить. Так, это что-то какой-то слишком огромный паук. По-моему, блин, озверевшие паучары. Идите отсюда. О, а мы тоже стали огромными, да? Хорошо. Замечательно. Иди сюда. Иди сюда, паук. Паук. Все. Что? Это эпикак? Нет. Это слезы попрыгунчики. Офигенная штука на самом деле, особенно если повысить скорострельность и дальность, это чуть ли не имба получается. Потому что мы так вот стреляем, они начинают дико-дико отскакивать и бустят абсолютно всех противников. А вот этот босс, что-то я его не так уж часто встречаю, поэтому совершенно не знаю его тактику. Но будем исходить из того, что он неприятный. Очень неприятный. Опа-на! У него эти магические слезы, да, значит? Так, птичка помогает. Хорошо, очень хорошо. Так, почти завалили. Замечательно. Tear the shot speed up. Отлично. У нас теперь скорострельность, по-моему, повышена. Больше слез. А вот теперь... У нас снова маленькие слезы. То есть в идеале можно получить половинку вот так вот урона. И балансировать с таким количеством здоровья. Так будет гораздо удобнее. Только главное теперь не шибко-то попадаться под вражьи выстрелы. Ну или туши под вражьи, да? Так. Опа. Эть! Что-то я забыл совершенно, что этот паук взрывается, это опасно. По-моему, пикак. Нет, это димджап. Очень хорошо. Замечательно. Но все равно, пока что будем с вами пользоваться только одним сердечком, по возможности. Ой, чехну сейчас. Ой, точно. Ой! А это совершенно случайно получилось. Ладно. Ну, специально мы, наверное, не будем с вами получать урон. Все-таки у нас нету ярости, которая все это дело может пофиксить. Так, вот синее сердце я зря взял. То есть сейчас был тот момент, когда нам надо было не брать красное сердце, надо было синенькое взять и все. Это было бы очень хорошо. Бомб у нас нету, чтобы проверить на суперсекретки. Секретки. Ну, в данном случае на суперсекретку. Так, эту бульбу сейчас надо развалить в полной программе. Ой, червяки еще такие мерзопакостные, которые слишком быстрые, бустящие червяки с режимом турбо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, хотя бы мы птичку с вами разбудили. Теперь хотя бы птичка нам хоть как-то поможет. Это обычно она у нас дико пассивная. Так, ну может хватит тут уже? У нас теперь еще и маленький друг появился. Великолепно. Ключ на золотую комнату мы взяли. Это хорошо. Это очень-очень хорошо. Так, давайте сюда пойдем. Еще один есть?
Да, про запас. Так, привет. Не помню, что эта муха делает. Но вряд ли что-то хорошее, да? Как и большинство противников в этой игре. Блин, как я вот не люблю таких противников, когда не поймешь вообще, откуда они стреляют. Здрасте. А вот эти, по-моему, темные червячки, они взрываются, да? Ой, нехорошо. А, нет, они не взрываются. Ну, как сказать, они взрываются, но и взрываются слезами кровавыми. То есть достаточно своеобразно. Батарейка нам вообще не нужна. У нас нету предмета на активном слоте. Да, мы сами тут сейчас попробуем добраться до сундука. То есть ничего мы на этом сундуке не потеряли. Бомбу как потратили, так и получили. А вот здесь вот уже интересно. Я пока что не смотрю, что у нас здесь лежит, потому что я больше отвлечен на противников. Но здесь как? Здесь так или иначе придется. А, хотя нет, подождите. Можно вот так вот... Как? Как? Целую единицу урона. По-моему, уже половину сердца должна получать только... Получать персонаж, нет? Скорострельность. Это очень-очень хорошо. Но я не знаю, насколько именно действует эта скорострельность. Ну, точнее, насколько скорость стрельбы повышается. Да вообще не намного, как я понял. Или она пропорционально идет. Ага. Мы можем в магазине сейчас купить все, что угодно вообще. За просто так. Но для этого нам нужен ключ. Ага. Это прекрасно. Мы можем теперь попасть в суперсекретку без бомбы. Потрясающе. Ну-ка, здесь что-нибудь такое интересное. О, много-много сердец. Но ни одной из них мы с вами брать не будем. Ключ. Мне по-прежнему интересно найти ключ. Кстати, неплохо так. Нам дали бомб. Это очень хорошо. Но опять-таки, мне нужен ключ. Все-таки у нас нету с вами секретки напротив магазина, чтобы пойти сразу в него зайти. Батарейка нет. Толку никакого от этой батарейки все равно нету вообще. Ну окей. Пойдем так к боссу. Коль такая ерунда. Ну ничего, еще в магазин какой-нибудь мы с вами зайдем обязательно. Это я вам обещаю. Так, давайте-ка мы вот здесь вот так поставим бомбу. Чтоб проще было, а то можно заморочиться с этим черепком, получить от него кучу совершенно бесполезного дурацкого урона, который никому не нужен. Монеточки. То есть и так мы смогли бы закупиться в магазине, да? Замечательно. Но ключа у нас по-прежнему нету, друзья. Ладно, пойдем на следующий этаж. В любом случае, вот этот тот тринкет при нас, и любой магазин будет нашим. Черные сердца. Ну ладно. Во всяком случае, лучше, чем ничего. Так, с какашками надо разбираться сразу же. Просто не идя ни на какие компромиссы. Потому что какашки в этой игре... Существа достаточно резкие и противоречивые, которые любят всяческое ускорение. Кстати, тринкет хороший выпал. Нам нужно сейчас использовать тринкет для магазина. Давайте мы сейчас так сделаем с вами. Так, а что это из говна-то ничего не выпадает? Не понял. Мы же тринкет взяли. А, вот, замечательно. Уже гораздо лучше. Но пока что давайте возьмем вот этот тринкет. На всякий случай так. Ага, то есть у нас сейчас с вами есть реальный шанс выиграть ключ в аркаде. Это хорошо. Так, ты что тут как-то балансируешь-то, муха? В нехорошем месте. О, да. Давайте мы сразу же найдем магазин. А, то есть у нас здесь еще золотая комната. Ну что-то я прослоупочил. Но если у нас будет в золотой комнате ключ... Мы с вами просто возьмем... Ну, с ней золотой комнате, а в магазине ключ. Мы просто с вами сможем тогда взять и в магазине приобрести ключ. Ауч. Вот это вообще офигеть, как я так смог увернуться, не представляю даже. Иди сюда. Генератор карт. Не, давайте вот это возьмем, что это? Не знаю. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне это очень интересно.
что это за такой предмет мы с вами взяли. Кстати, теперь нам лучше вернуться за тринкетом какашечным. Неплохой такой братик. Кстати, в этой комнате золотой слишком много говна, чтобы просто так ее проигнорировать, эту кучу. Тогда давайте же сюда зайдем, посетим это место. Так, да, автомат с кровью — это шикарная вещь. Замечательно. Теперь, давай мы с тобой поиграем. Вдруг мы у тебя шапку из говна выиграем. Отлично. Теперь мухи на нас агриться не будут. Ну и можно еще здесь поиграть. Чутка так совсем. Может быть, там дадут защитных мух. Которые, кстати говоря, нам очень нужны. Да. Отлично. То есть есть смысл с этим автоматом поиграться. До 15 монет, так скажем. Полное здоровье. А, давайте вот здесь сейчас. Нет, что-то как-то тухловат этот автомат. Он не хочет нам давать апгрейд на здоровье. Ух ты ж, блин, какой автомат ты щедрый, ты подумай. На ништяки есть. Определенно с ним стоит подольше сейчас поиграться. Я думаю, что он нам может еще мух дать. А это очень-очень важно. Само собой. На удивление, кстати, потому что обычно автоматы, они такие достаточно скупые на хорошие предметы. А этот какой-то он прям хороший автомат. Супер-пуперский. Понятненько. Давай. Ох ты как. 5 центов дали. Ну, замечательно. Сразу же вкладываемся сюда. Ну уже. Бомб уже нам много, да, вот этот автомат. Полное здоровье, замечательно. Давай-ка. Ну как, снова здесь поиграемся? Это очень нужно, вдруг нам апгрейд на здоровье дадут, или же дадут мух защитных еще. Это вообще тра будет великолепно. Ох ты как, ёлы-палы. Ты подумай. Прям замечательно вообще получается. Ну. Бомба опять. Как будто этот автомат просит, чтобы мы его подзорвали, кидрень феня. О! Отлично, еще защитная муха. Вливаемся. А, детские сердца. Нет, нет. Или детское сердце, я не помню. Вот это, как называется этот артефакт? Да, детское сердце. Нет, детские сердце детей. Или как-то так, в общем. Замудренный перевод такой. Понятно, у нас получается автомат. Решил нам особенно не давать ничего интересного. Так, давай еще мух, и все, и хватит. Чуть-чуть еще можно тут подфармить на этом автомате. Ох ты ж, блин. HP up, друзья. Ты ж великолепно вообще. Что за пилюля? Замечательно. Знаешь что? Вот так тебе. Я уж все забыл, где мы тут были, где мне, бля... А, да, я хотел здесь говно раскурочить. Чем я подзорвал этот автомат? Блин, я совсем забыл то, что можно из говна получить монеты. Парадокс, но факт, да? Ну, по-моему, костров этот эффект не касается... Этот тринкет не касается. Может, хорош-то уже? Нам бы еще урончик прокачать, вот было бы тогда круто. И нам нужен автомат с кровью, обязательно. Для того, чтобы мы смогли получить урон. Так, меньше здоровья нет. Меньше дальности. Зашибись. Не люблю этого призрака ужасно. Он какой-то то ли героический, то ли что-то. Какой-то мутный, в общем, мужик. Очень мутный.
Ой-ой-ой-ой-ой, что он вытворяет-то? И я вот так вот взял и хитро его завалил. Дин джамп, великолепно. Урон у нас, урон больше не стал, к сожалению. Ну ладно. В принципе, такой очень грибной этаж, очень интересный, который реально полезный. Прям в рифму заговорил. А вот этих темных червячков лучше выносить по-быстрому, потому что они особо опасные. Я забываю почему-то нашего братика использовать. Его серу. Рейндж даун мне, спасибо, не надо нам брать этого. Конечно, тяжело им управлять этим братиком совершенно. Он долго очень накапливает атаку. А это дико неудобно, знаете ли. А, замечательно, да, паучков дали. Нет, спасибо. Хотя что толку, вы с этих паучков уже замочили. В прямом и переносном смыслах. Батарейка ни о чем. Это что такое? Давайте посмотрим. Это у нас золотая комната, и мы нашли в ней вырвиглаз. Прекрасный предмет, который наносит пассивный урон противникам. Особенно эффективен в маленьких комнатах. Также этот предмет использует босс... Как называется это босс? Я забыл, как его... Какое-то у него имя такое. Забыл. Но это не суть как важно, в общем, в целом. А тебе? О, теперь мы можем с вами взять и батареечку купить. Правда, толку-то от этой батареечки. Какой от этого толку? Да, по-моему, никакого абсолютно. Суперсекретка, ну давай уже. Вот она. Ага, так. Мамина рука. Что-то какая-то она совсем неактивная. Абсолютно. Хорошо, мы с вами здесь практически все открыли. Если не все, я просто по карте не успеваю ориентироваться. Сейчас мы у серы много нанесли урона. Дико просто. Ах, ты так тоже, да? Вот засранец какой. Иди отсюда. Range shot speed up. Ох, блин. Слушайте, ну это как-то ну слишком провокационно. Тут косу давать. Ладно, давайте попробуем. Это очень интересно получается такой челлендж. Игра усложняется, но при этом у персонажа гораздо больше урона. То есть, фактически, мы с вами играем сейчас как будто за синего ребеночка. С таким артефактом. Так. Ножницы. Я не помню. Вот какие ножницы полезные и не отнимают здоровье, а какие нет. Но тут только можно проверить. А, то есть, эти ножницы нормальные. Они здоровье не отнимают. Есть просто еще ножницы то ли с одной половинкой, то ли как-то так. Вот они реально хардкорные. Значит, полные ножницы — это хорошие ножницы. Вот так-то. Это что? Не знаю, что это такое. Но здесь мы, да, определенно бомбу используем. И не зря. Так, нам нужен магазин. Чем быстрее мы его найдем, тем лучше. Привет. Не люблю скелетонов. Они наносят нереальное количество... Ну, как нереальное. Маленькое количество урона, но они очень шустрые. А это плохо. Так, давай-ка иди-ка отсюда. А я же все время забываю про нашего братика. Он у нас может вот так вот стрелять. Дерзко очень. Ух ты ж, блин. А, ну да. У нас же получается из какашек мы можем получать ништяки. Это несомненное преимущество. Стратегическое причем.
Это ворвиглаз какой-то пассивный совершенно. Не помогает нам нифига. Так, синее сердце — это хорошо, это великолепно. Ничего полезного здесь не вижу вообще. Ну, можно было бы взять красную свечу, но она, по-моему, такая, она активная. Ну ладно. Ее вот можно вот так вот кидать, и она заряжается быстро достаточно и наносит огромное количество урона, что очень хорошо. О-о-о. Так, ну можно здесь попробовать хитрым способом сделать все. С другой стороны, давайте вот так вот сделаем. Так, можно вот так вот сделать и вот так вот. Во! Хитрый трюк называется. Взяли все монетки, стибрили. Суперсекретку мы, по-моему, здесь не открывали. Золотая комната у нас здесь открыта. Великолепно. Значит, здесь проверяем суперсекретку. Да, она тут. Кто бы сомневался, много-много таблеток. Больше здоровья, великолепно. Много говна, я нашел пилюли. Полное здоровье. Лимонная пара, лимонная вечеринка, полное здоровье, это отлично. У того и гляди, может быть, успеем подфармить еще здоровец-то. Тут такой серьезный сейчас был. Все, готов. Не успел он поблевать, и нам снова дают здоровье. Шикарно. Вообще просто великолепно. Еще остались комнаты, которые мы здесь не изучали, но мне почему-то не хочется их даже посещать. Хотя я посещу зубастую комнату, потому что в зубастой комнате всегда может найтись какой-то предмет. Блин, а получи урон вообще просто. Потому что наступил на вот этот вот шип нехороший. А вот сюда я тоже наступлю. Совершенно зря, как оказалось. Ладно, ладно, что-то я совсем расслабился. Ох. Так, что-то я не туда пошел, куда нужно. А не зря, вот я так скажу. Конечно, черное сердечко у нас использовалось, но мы все-таки одно сердечко, ну, взяли. Хорошее сердечко, будем так считать. В большую комнату я не пойду, потому что у меня нет никакого желания идти в эту комнату. Там все-таки противники. А нафиг это надо? Не надо абсолютно. Здесь можно проверить секретку обычную. Да. Хорошо. Я уже понял, что здесь хорошие вот эти автоматы. Так, нет! Стерва, блин. Курва. Ну, ладно. Хотя бы нам успели дать бомбу и ключ. Босса мы здесь уже завалили. А значит, мы идем на следующий уровень. Быстренько продвигаемся, стараемся по возможности не задерживаться, сказал я. Играет целую кучу времени на автоматах. Здесь... Нет, не стоит оно того, определенно. Нет! Не хочу я туда идти. Ой, да, да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Блин, я кинул еще... Свечу кинул не туда. Не в ту сторону, не в того противника. Ха. Бомб у нас много, знаете что? Давайте-ка мы сейчас используем их. Ага, еще бомба. Ну, ключей у нас также много, поэтому можно даже не заморачиваться в подобных вещах. Бери. Что, что? Ой, вильманы. Вильманы, вильманы, вильманы. Идите вы все. Так, один из них пердышом подкинул к нам другого вильмана. Но мы успешно парировали его толстый зад. Оба! Типа эффект неожиданности, да? Нетушки. Нетушки, нетушки, товарищи, приятели. Знаете, это просто, это потенциальный претендент на бомбу. Нет, тут только залупа вылезла с черепом, не то. О, нет, блин, ёлопала, что ж такое-то? Спасибо за половину сердца, как это прекрасно. Давайте-ка уже магазин, а? Оп, оп, а мы успели. Мы гораздо быстрее с этим справились. Так, братик там помогает, очень хорошо. Его сера. Просто на расхват. Где ж тут золотая комната-то?
сердечек много красных дает. Заметили? Просто очень-очень-очень много. Опа! Еще больше здоровья. Шикарно. Теперь хотя бы будет куда сердечки применить. Ёлопала. Так, мы просто получили сейчас глупый урон. Абсолютно глупый. Так. Синее сердечко, да. Все, больше мы ничего здесь не берем. Это у нас какой уровень? Это у нас Некрополис первый. По-моему, на следующем уровне у нас мамочка будет, да? Или я неправильно что-то понял? Опасный противник, кстати, вот этот вот. Ой, ёлы-палы. Что же вытворяешь-то? Как ты, блин, такой быстрый-то? Засранец. Опа-на. Наглый. И он тоже любит серый плеваться, да? Ах ты какой стервец. Все, иди отсюда. HP up. И Крампус. Ёлы-палы. Ага, ну тут хотя бы можно было предугадать, что он будет делать. Голова Крампуса. Хорошая штука, но нет, мы ее брать не будем. Все. Идем к мамочке на этаж. Так, да, я помню, что они здесь стреляются серой. Причем не гнушаются этим заниматься, такими грязными вещами. Совершенно неугодными. Иду наугад просто. От нечего делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Неприятное место очень. Зачем ты взял сразу два сердца? Наверное, это было лишнее. Ага, вот так вот. Пробуем, может быть, из этих черепунов. Да. Да, газа. По-моему, снимает что. Снимать проклятие. Если проклятия нету на уровне, то он дает синее сердце. Как щедро. Ну, в принципе, нормально, на самом деле. За два ключа 10-центовик не так уж и плохо. Неприятный босс в таком замкнутом пространстве. Ну ладно. По крайней мере, мы с ним быстро разобрались. Круто. Босс. Что? Это баг, что ли, какой-то? Да, это баг. Или, подождите, или мы ходим с вами по этим... по шипам. Я не знаю. То ли это баг, то ли это не баг. Фиг поймешь. О, как. Братишку нашли. Ты подумай. Хорошо как. Да, кстати, не забываем какашки дербанить, потому что с какашек нам дают всякие плюшки. Как бы это странно не звучало. Давайте подзорвем. И не зря. А тут уже нету синего сердца, к сожалению. Ну что ж поделать. Да, я знаю, что можно было бы с этим автоматом поиграться немножко. На, ну конечно же, да, бомб не осталось, но зато у нас здесь есть костяная залупа. Иди сюда, дружище. Кстати, о птичках. Откуда мы пришли? Отсюда. Полет давайте сделаем. Ой, я не то сделал совершенно. О, давайте поиграемся. Может быть, нам даст автомат муху еще одну. Но что-то мне подсказывает, что он просто взорвется и скажет, бери 99 центов, я устал. Посмотрим, как он сейчас среагирует на что. Синее сердце — это тоже неплохо, пускай дают синие сердца. Но нас интересует именно муха. Всего лишь одна муха, этого будет достаточно вполне.
Блин. Я же говорю. Ладно. Хорошо, спасибо. Давайте уж тогда золотую комнату побыстрее. Все-таки попал, а? Козлина такая. О! Ну ладно. Хороший тогда. Скелетон. Молодец. Хвалю. Так-то. Как-то совсем все не грибное. Так, это да, это слеза, которую можно контролировать, которую можно управлять. Я не знаю, насколько это хорошая или плохая штука. Что это? Понятно, это ноготь папочкин, который... Что делает? Папина нога появляется. Иногда помогает, иногда не помогает. Я думаю, что можно его взять, кстати говоря. Или это мамочкин ноготь, фиг его знает. Да, давайте сейчас задонатим этот автомат, пока он не сломается. О! Мы магазин улучшили. Это круто. Это просто замечательно. Теперь. Где у нас босс? Ага, все, я понял, где у нас босс, в какой стороне. Я не знаю, с управляемой слезой это насколько хорошо, но урон вроде стал ниже. Или мне показалось? Не знаю даже. Спид и шот спид ап. Это неплохо, я вам сказал. Оба. Блин, я нифига не чувствую эту слезу. Привет. Да вроде урон нормальный наносится, не? Ну давай уже, вылезай там. Опа, или что там такое? Нормально. Так, полечиться? Да, можно определенно. Пойдем дальше. Сет стал резко сложным. Я не знаю, это хорошо или плохо, это мы с вами поймем, наверное. Но скорость у нас очень хорошая, очень высокая. Ладно, тут хотя бы эти сердца без масок, это уже хорошо. Само по себе. Опа, да. Тролль-бомба это плохо. Нам бы вафлю бы найти, которая позволяет урон снижать на высоких уровнях. Было бы шикарно. Тут лучше попробуй отыщи эту вафлю. За ключ спасибо, который нам не нужен совершенно. Кстати, урон-то наносится неплохой. О! Прикольно. Только теперь надо понять, что здесь что. Так, эту карту можно использовать сразу же. Сила. О, солнышко, это хорошая карта. Давайте используем вот это. Хагалас. Я не помню, что он делает. Карту, что ли, открывали, что? Ага. Так, он тут все зареролил, этот предмет. Там клещ, надо быть аккуратнее. Опять доллар решил дать. Ну что, получается, ладно, идем сюда.
Преимущество вот этой контролируемой слезы, что близко не надо подходить никому. А это шикарно. В частности, к этим товарищам, к этим чревоугодиям. Нехорошим. На, получай. Это тоже. Мух у нас, конечно же, не на такое количество, какое хотелось бы. Абсолютно. Ну, лучше, чем ничего. Так, давайте-ка вы уже это... К боссу нам. Быстрее. Дорогу покажите. Это будет то, что надо. Обо что это мы получили урон? А кровавое дерьмо, что ли, не понимаю? Похоже на то. Да, вот он, босс. Ой, там героические чревоугодия. А босс, кстати, не такой уж и сложный. Неплохо. Уже половину урона нанесли. Еще птичка помогает. Так, ну мы все равно урон получаем, совершенно глупый. Да на тебя. А я не помню, что эта пижама делает, но она нам дала сердечки синие. Это очень-очень хорошо. Пойдем дальше. Так, у нас здесь босс-комната закрытая. Ты издевательство, что ли, не понял? Давайте здесь сыграем для начала. И нам дают снова апгрейд на здоровье. Это хорошо. Надо на этих автоматах играть, потому... Да. Муху нам этот автомат дал. Теперь у нас полный орел из мух. И можно идти на любого босса. Блин, какая же неудобная комната, ты подумай. Офигеть. А быстрее, быстрее, быстрее. Вовремя. Хорошо, не так уж много урона получили. Пустые комнаты — это очень хорошо, я так скажу. Блин, вот из-за вот этой контролируемой слезы тяжелее контролировать бой. Парадоксально, но факт. Ай. Ничего интересного, абсолютно. Да, я что-то не помню, чем мне тут какашка мне не нравилась. Я вспомнил теперь, чем она мне не нравилась. Так, иди отсюда. Вот так. Ой, чего же вы творите-то, ребятушки? А? Ну? А, к тебе подойти нужно. Я же совсем забыл. Бывает, бывает. Особенно со мной. Память у меня уже не та, что раньше. О! Так, кстати, очень хорошо их тут сдерживают, эти какашки. Они за вот эти нервы не могут проскользить. А это, кстати, именно нервы. Мне сказали. Сначала думал, что это какие-то тентакли, но нет. Это оказалось нервные окончания. Оголенные. Страшно звучит. Давай пошли отсюда. О! Слушайте, какая щедрость-то. Несказанная. Ой-о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 й
Так, где этот писюн скользящий? Да что ж, уйди отсюда. И где уже босс? Я уже хочу побыстрее к боссу попасть. Вот так тут даже, да? А вот и босс. Давай, давайте подзорвем. То, что это то, что нам надо. Привет. Так, но нам много урона не нанесет мамочки на сердце, потому что у нас полный орел из мух.
Так. О, неприятный босс. Ну, как босс, мини-босс по факту получается. Да, сейчас по-быстренькому завалим, я думаю. Так, это я слышь. Хорош. Здоровье нам не надо брать. У нас уже и так полный сет здоровья. Опасные ребята. Так, еще мамочки нога ни хрена неконтролируемая. Немножечко раздражает. Ёлок-палок, какой неприятный ты босс. Ёлок-палок. Он еще толстобрюхий. Просто так его не пронять. Да уж. Замечательно, еще в маленькой комнате вот эту медленную слезу контролируемую использовать. Одно удовольствие в кавычках. Нормуль. Так, один готов, товарищ. И еще вот этот вот остался. Не-не-не, ты давай не поносит это. Замечательно. А, тут еще. Тут еще какашата остались маленькие. Ой, жесть. Надо было какашку-то оставлять. Потому что могли бы сейчас сердечки получить с какашек. Парадоксальный, но факт, да? Что ж, друзья, давайте мы таран этот выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.